Ну, всем здорово, мой канал Дядя Никит, и сегодня с вами будет новый интересный видеоролик, это фильтры FIFA Mobile, и сегодня я буду показывать, как зарабатывать на событии лета Summer Celebration 4 Seasons, да, уроки моего английского, конечно, желать лучшего, и сегодня я покажу, как зарабатывать на событии этом, праздник лета 4 сезона, ну и, конечно же, на таких игроках, которые доступны в пляжной вечеринке, вернее, на этих красавцах 9, двоих я уже, правда, открыл, вот как вот на этом всем зарабатывать, мани, видите, я уже нафармил 1,5 миллиона монет, причем я это сделал буквально за 2 минуты. Я получал награды, открывал паки, ну и в целом взламывал рынок, пацаны. Первый способ, это без рынка пока что, это берем, заходим в события, рыбалка, и вот здесь, в этой штуке, элитка или там это, открываем наборы, где нам может дропнуться что хотите, и элитный, и эталоны, и жетоны, и пятый, и тоси-боси, и в итоге на этом я нафармил и монет, и там игроков пополучал, блин, и жетоны, и опыт, короче, это первый способ, видите, усилялки всякие. Блин, есть шанс даже на игрока. Короче, это очень крутая функция. Здесь очень много всего может быть доступно. Второй способ, это, конечно же, рынок. Наш любимый, заходим на рынок. Тут сразу игроки Спартака, классно. Заходим на рынок, общий рейтинг минимальный ставим 90, максимальный 150. Также цену мы ставим, пацаны, конечно же, сколько? 150 тысяч стандартно, и можно, в принципе, пользоваться кликером, можно пользоваться руками, пальцами, если они у вас, конечно, такие же быстрые, как у меня. И все, в принципе, 90, 150 тысяч, ну и все. И вот так вот мы, пацаны, ищем игроков, видите, 96 за 125 тысяч есть, 95-й куча чаев за 107 тысяч, представляете? И вы должны просто тупо обновлять, и таким темпом вот 65 тысяч, 90, это вообще самый выгодный фильтр, самый крутой фильтр, и на этом фильтре можно зарабатывать столько монет, вы просто скупаете этих игроков, там нажимаете обновить за 50, за 60 тысяч, 94, 95, и потом продаете их за 200, за 300 тысяч, это самый выгодный бизнес, самый выгодный фильтр, самое крутое событие, поэтому, пацаны, это самый крутой, блин, мне кажется, фильтр один даже из самых лучших, видите, 91 тысяча, 94, рейтинг игрока, это же шикарно. И вот, и вы можете это даже в состав покупать. И вот, видите, я уже нафармил 1 200 000. Очень много, особо даже и не заморачиваюсь, пацаны. Поэтому форсите, тестите, юзайте. Это самый рабочий способ, самый крутой. Вот, игроки, их просто миллионы здесь. И, в принципе, все. На этом все, с вами был Дядя Никит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте также писать комментарии, если вы ждете фильтров. Ну и давайте хотя бы 200-300 просмотров наберем на этом ролике. Тогда я пойму, что вам фильтры нравятся, и вы хотите продолжение. На этом все, с вами был Дядя Никит, пацаны. Коротенький ролик без вебки, но все равно. Всем пока, народ.